Посмотрели. У меня тоже есть пробивальщик брони. Только я не знаю, что не работает. Так, давай выучим скилл тогда. А у нас есть, да? Что учить? У нас же не было камней. У меня есть 8. У меня 12. Так. А можно сначала... А, ну да. Но у меня пока закрыты все эти. А магию я не очень хочу учить. А я буду учить магию. Ну так, фаербол я видел, тебе довольно некрасивый. А вот печаль... печать — это нормальная штучка. Это у меня печать выучил. А я выучу молнию, пожалуй. У тебя есть 25 секунд. Круто. Да. Я пытаюсь. Так долго? Делаю все, что... Пытаюсь все, что возможно делать. 15 секунд. Черт. 14, 13. Ну хватит 10. Считать. Я нервничаю, ничего не успеваю. 5. Ну что ж такое? Все, 10. Я готов. Вырежешь потом. Зачем? Я не знаю. Зачем тянуть время в видео? Хочешь поменяться человечком? Мне нравится стрелять с лука. Тут тоже есть арбалет. Ну, это арбалет, и а мне лук нравится. Ой-ой. Ты же не пробовал особо играть за чувака. Особо нет. Но... Тебе понравится? Почувствуй себя мужиком. Да, я застрял. Да. Нам сюда, да? Да, БФЗ, если что, не хочу, надо. Это самая тупая смерть. Над ними все смеются перед смертью. Кажется, смеются недолго. Но это не так сильно важно. Так, убей этого. Ты можешь хотя поджигать стрелы и пуль. Я-то не могу поджигать, у меня арбалет. Поджог? Я не знаю. Как я по этим постреляю тут? Почему? По лысам. Не знаю, кто это. Так и не понял. Когда по укрытии он не стреляет автоматом. Да и когда недалеко, по-моему, не стреляет. Incoming fire. Ну, вроде все. На нее всех убил. Только я убил, а не ты. Ну зато. Так, я спрыгиваю. Это не вообще. Это просто не важно. О, вот две бутылки, кстати, теперь с красным могу носить. Да. Где вы найдете еще одну красную бутылку? Есть. Тут стрелы есть. Да не, мне не надо. They're coming down almost as fast as I can kill them. Тут где-то секреточка должна да, быть, да, нет? Да, вот здесь, вот здесь. Со второго этажа надо пострелять. Ой. А, да. Ну, это было сложно. Да, когда они тут столпились. Здесь со второго этажа, помнишь? А, да. Там все равно сейчас надо ничего нет. Но денежки. Ой, меня тут убивают. Но меня не убьют. Нет, убьют. Честно, убьют. Ты не убили. Да, я еще чуть-чуть жив. Мне бутылок жалко. Чего тебе жалеть? На каждом шагу лежат. До последнего все экономлю, до последнего босса. Ты знаешь, кто будет последним боссом?
Сейчас. Не знаю, демон. Какой-нибудь Диабло. Да, демон сюда. Ой-ой, так. Блин, где все оружие? Что происходит? Чего нам показывают, как всех убивают время от времени? Вот, помнишь, мы спасли два человека? Они там были подвешены зачем-то. Ну мы отошли и их убили сразу. Ты мне даже не даешь шанса кого-то убить. Я не такой жадный. Справился. Так, а здесь. О, щит, тебе нужен? Нет, мне бы оружиться, а вот нашел какой-то час. Видишь, это есть. Тут есть бутылка синяя. Сейчас попробую свой скилл. Как он работает? А вот получилось. Он меня ускоряет. Ой, я его еще и электричеством видел. Вау. Неплохо. Сделал такой супер удар, наверное. Он, знаешь, когда у них чуть-чуть мало хп остается, они падают, yeah. Типа замерзли такие, но они не умерли еще. И там нажимаешь Е, и она так медленно, красиво в голову стреляет, наверное. Хотя, правда, стрелы я так и не видел. Так, нам куда? Ты очень такой большой фантазер там рассказал что-то. Нет, если бы ты видел, как я это сделал. Ну, поверь, я увижу. Так. Да, сюда кубарь Миллер этот. Ты видел мой скилл? Мечом? Нет. Никаким мечом. Такой. Это рывок, да? Блин, да. Темно. Очень модный, он с первого удара убивает электричеством. Так, я все помню, что... Ну, раз помнишь... Действуй. Не забудь еще взять огня. Ломай. I don't think anyone's been down this way in a very long time. Ой, скелет. Помял меня. И бутылку жал. Нет. Ну давай быстрее. Seems to be a bit cryptic. Ну что, ускоряемся. Да, я хоть немножко теперь сейчас освещено от себя тоже от огня. А так уж точно очень темно здесь. То есть я сейчас светит лук. Ну, здесь немножко, если честно. Ну да, я там вообще в темноте вижу. Кто-то, да, как будто кто-то звуки. Звуки? Ну, чтоб ты медленно-медленно двигался туда. Полчаса. Так, любое разрушение влечет за собой вот эту вот гадость. Все? Не так уж и страшно спускаться к мертвым.